Если вы решили, значит, приняли волевое решение создать канал на YouTube в 2023 году, обязательно сделайте следующие 5 вещей. Если вы проигнорируете эти советы, вы рискуете существенно замедлить свой рост, а возможно и полностью лишить себя и свой канал будущего. Меня зовут Артур Вишневский, это канал Мавави, и давайте мчать. Не будем ходить вокруг да около и перейдем к вещи первостепенной важности, изучению референсов и конкурентов. Да, я понимаю, звучит банально, но как показывает практика, именно об это чаще всего спотыкаются начинающие. Не потому, что не проводят изучение конкурентов, а потому, что делают это неправильно. Вы изучаете конкурентов, чтобы понять отличительные особенности каждого. Нужно не просто изучить, о чем делаются видео, но и как они делаются, как ведет себя ведущий, что и как он говорит. Именно поэтому я выделил такую базовую вещь в отдельный пункт. Перед тем, как вы придумаете своему каналу название и обложку, посмотрите, какие у вас будут конкуренты в этой нише. Откройте 10 самых популярных видео и разберите их, когда и о чем говорится, как построен сценарий, какие методы используются для удержания внимания. Если вы совсем не знаете никаких методов, то либо посмотрите другие наши видео про удержание, либо просто запомните моменты в видео, когда вам становится скучно. Если же вам не скучно, значит все сделано правильно, и это видео нужно взять за основу. Изучив так десятки видео, вы будете понимать, по какому плану они строятся и какие элементы рассказа заставляют вас зевать. Также я уже упомянул об отличительных особенностях каждого референса, и сейчас я, конечно, не имею в виду ужимки или какие-то манеры, я имею в виду особенности самого контента. На что опирается видео, какие элементы в нем являются ключевыми. Если это обзор техники, то на что делается акцент, на личных ощущениях или на технических характеристиках? Если это кулинарный рецепт, что показывают чаще, детальный процесс или ключевые моменты с последующим монтажом результата? Все эти моменты нужно изучить и учесть при создании своего контента, а как применить эти знания, я расскажу чуть-чуть попозже. Потому что после изучения наступает второй этап – разработка собственного контент-плана. Если вы являетесь постоянным зрителем этого канала, то этот совет также не заставит вас удивиться, но если вы полный новичок, то я уверен, вы сможете подчеркнуть что-то полезное. Потому что контент-план – это скелет вашего канала. Если у канала нет контент-плана, у канала нет направления. Представьте, что ваш канал – это как ваша жизнь. Знали бы вы, что делать, если бы у вас не было планов, а хотели бы вы вообще что-то делать? Ну, конечно, нет. Если нет плана, то и нет желания. Очень тяжело придумывать видео просто так и делать это в сжатые сроки. Вы же не станете делать одно видео, а сразу после его выпуска сидеть и думать над новым видео. Такие вещи уже должны быть готовы заранее, чтобы не тормозить процесс. А вдруг у вас что-то произойдет в жизни, и вы отойдете от креативного процесса на несколько дней, и времени останется только на то, чтобы по-быстренькому собрать видео. Имея заранее готовую тему, у вас намного больше шансов успеть. Вы знаете, что если не успеть один раз, очень просто сорвать собственный график и головой нырнуть в бесконечный цикл опозданий. Настолько постоянство на YouTube важно, что это сейчас знают даже дети. Поэтому обязательно создайте контент-план, придумайте заранее темы, желательно такие, над которыми вам самим было бы интересно работать. Гнаться за трендами, конечно, хорошо, но делать вещи, которые вам нравятся и которые собирают просмотры одновременно, еще лучше. Следующий, третий шаг является логическим продолжением второго и идеи следования плану. Перед тем, как делать видео, вам нужно детально изучить монтаж. Вам стоит открыть программу для монтажа и попробовать собрать видео, продолжая это до тех пор, пока результат вас не удовлетворит. Именно поэтому я часто советую выбирать для первого видео такую тему, которая либо интересна только вам, либо такую, которую вы бы не выложили вовсе. Первое видео, оно всегда пристрелочное. С первым видео вы проверите себя, свою креативность, свои идеи и свой монтаж. Поэтому потратьте несколько часов, а лучше дней, на детальное изучение программы для монтажа. Это поможет вам быстрее ориентироваться в ней и спасет ваш канал, когда что-то пойдет не так. Умение делать быстрый качественный монтаж – это гораздо лучше, чем его отсутствие. Ну а чтобы изучение программы для монтажа прошло быстрее и легче, советую воспользоваться видеоредактором Mavavi. Он входит в подписку Mavavi Unlimited и является стартовым пакетом для начинающего ютубера. Что такое Mavavi Unlimited? Mavavi Unlimited – это уникальный годовой план, который объединяет внутри одной интуитивно понятной платформы все самое лучшее от Mavavi. Это не только сам Mavavi Video Editor, но и программы для обработки фотографий, записи экрана, конвертации, а также ряд полезных приложений для работы с документами. Помимо этого, Mavavi Unlimited открывает годовой безлимитный доступ ко всем наборам магазина эффектов Mavavi. Ориентироваться в инструментах крайне просто. Подготовка исходников, визуальное оформление целых видео, ретушь фотографий. Каждый из этапов можно сделать в несколько кликов. В отличие от всяких там профессиональных
профессиональных аналогов Movavi Unlimited доступен для многих пользователей. Годовая подписка дает доступ к 9 программам и огромной коллекции эффектов по цене одного приложения. А для корректной работы платформы вам будет достаточно и среднего по характеристикам компьютера. И теперь самое интересное. Полный набор инструментов Movavi Unlimited доступен с невероятной скидкой 80%. А если вы ищете инструменты только для создания видео и обработки фото, обязательно приглядитесь к комплекту Movavi Video Suite и Photo Editor. Стоимость этого набора аж на целых 35% ниже финальной стоимости Movavi Unlimited, а мощность, ну, практически такая же. Так что не упускайте свой шанс, ловите обе скидки прямо в описании. Шаг номер 4. Снизить свои ожидания. Почему это важно? Ну, начнем с того, что оправдание или неоправдание ожиданий напрямую влияет на мотивацию. Чтобы эффективно и регулярно делать видео, нужно поддерживать высокий уровень мотивации. А делать это бывает очень тяжело, особенно если вашим видео не повезло и они не собрали просмотров. Да, такое иногда, часто бывает. Делаешь крутое видео, делаешь, ну стараешься. Вкладываешь в нее сердце и душу, оно собирает 100 просмотров. Что в такой ситуации делать? Плакать? Удалять канал? Так, а ну-ка это, в руки себя взяли? Продолжать двигаться дальше. И чтобы такие ситуации переживались легче, нужно занижение ожиданий. Когда вы начинаете свой канал, вам нужно быть готовым к тому, что первое видео вообще, ну ничего не соберет, не нужно надеяться. Ютубу нужно изучить ваш контент, его целевую аудиторию, понять, как люди смотрят ваши видео и кому их вообще советовать. Я бы вам вообще порекомендовал, знаете, вот заходить в творческую студию Ютуба, заклеив часть экрана со статистикой ваших видео. Все, что вам нужно первые несколько месяцев, это кнопка с добавлением новых видео. А вот когда вы несколько месяцев попробуете разные типы видео, попробуйте разные подходы, и у Ютуба будет время все протестировать, вот тогда будет время изучить свою статистику. Тогда вы сядете и разберетесь, какие видео зашли, какие не зашли, какие видео смотрят долго, какие нет. И вот тогда вы будете знать, как нужно менять свою стратегию и свой алгоритм действий. Как и обещал, первый шаг продолжает первый. Помните, как я советовал изучить конкурентов и найти в них особенность? То же самое надо проделать и над собственным каналом, с собственным контентом, но сделать это в обратном порядке. Чтобы у канала был хороший старт, жизненно необходимо заранее понимать, в чем будет его особенность и чем он будет выделяться среди конкурентов. Не нужно начинать канал с целью прямого повторения видео конкурентов. Вы четко должны понимать, почему зрители будут выбирать именно ваше видео, а не чьи-то другие. Чем вы им так запомнились, чтобы им хотелось на вас подписаться? И это самое сложное. На Ютубе существует такое огромное количество блогеров разных типов, что может показаться, что все уже сделано и придумано до вас. Как можно сделать видео еще более интересным? Чем вы выделяетесь? Эти вопросы самые сложные, но именно ответ на них в конце концов приводит к успеху. Да, далеко не всегда ответ можно найти перед созданием канала, и это нормально, у некоторых на это уходят месяцы, поэтому пробуй разные идеи, реализацию задумок, попытка за попыткой. По сути, это единственный путь. Особенно тяжело к такому прийти, если вы все делаете в одиночку. Намного проще найти свою отличительную особенность, если у вас есть команда. Когда есть команда, есть больше мнений. Следовательно, намного проще выделиться. Это может быть качество обложки для видео или видеодизайн. Это может быть интересное поведение в кадре. Также это может быть уникальный креативный монтаж. Если за каждый из этих элементов отвечает отдельный человек, шанс выделиться намного выше. Я понимаю, что сразу собрать команду невозможно, но если у вас есть друзья, если вы можете объединиться, команда энтузиастов, это всегда очень круто. Тогда каждый может внести свою креативность в общий котел и в итоге получить мощное и креативное видео. Ну а если вы все делаете сами, то реализовать все идеи может быть физически сложно, поэтому я бы вам посоветовал всеми силами постараться и найти в себе и в своем контенте что-то уникальное. Как только вы это найдете, оно должно стать основой всех ваших видео. Весь последующий контент должен строиться вокруг этой вашей особенности. Ну, вот, собственно, и все. Понятное дело, это не совсем все-все, что нужно сделать перед началом канала, но это основные вещи. Сделайте их хорошо, и вы гарантируете своему каналу хороший старт. Проигнорируете — потеряете кучу времени, нервов и мотивации. А чтобы знать, что еще можно сделать для вашего канала, чтобы он быстрее рос и набирал подписчиков, посмотрите другие видео на канале. Вот тут одно. Тут второе. На канал нажмете, найдете еще больше. Всем спасибо за просмотр и до встречи в следующем видео.